уверены, без диверсификации нам не получить большей доли на рынке. Нам нужна разумная реклама и диверсификация. У нас мало компьютерных программ. Вот обратите внимание. Map Graphics – компьютерная система разработки и управления. Map Graphics сочетает компьютерную картографию с реляционной базой данных системы управления. Это мое печенье. Реляционная картография... Ой, что я сказала? Свойства данных могут быть связаны с картой или с рисунком. Я считаю это потрясающе. Здесь было еще что-то. Куда это подевалось? £5000 за одну копию программы. Да, я проверяю электронную почту. Хочешь горячего молока с медом? Нет, все отлично. Ты уверена? Спасибо. Что на тебе? Да ничего особенного. Мой халат. Он распахивающийся? Да. Да. Он распахивающийся. Я приближаюсь к тебе, нас разделяют лишь дюймы. Где ты? Сейчас моя рука скользит вверх по твоей ноге, под твоим халатом. Ты уверен? Да. И дотрагивается до твоей груди. Ты можешь дотронуться немного сильнее. О, да. Ты лежишь на полу, и я вхожу в тебя. В каком смысле? Я ничего не чувствую. Вообще. Я... Нет. Опять то же самое. Технические проблемы? Да, то есть нет. Когда ты в интернете, тебя то соединяют, то отсоединяют. Не хочешь что-нибудь съесть? Нет. Ты уверена? Да. Ты какая-то бледная. Дженни, мы все просто в шоке от того, что случилось с твоей мамой. Я знаю, словами невозможно возместить утрату, но мы кое-что принесли тебе, чтобы ты знала. Мы все о тебе думаем. Спасибо. И переживаем за тебя. Спасибо. Спасибо. Ты знаешь, мне кажется... Главное, не смотрите, я совершила величайшую ошибку. Что? Что случилось? Я разговаривала с Джемой и с Грэмом, да? А потом... Потом случайно подожгла его. Ты подожгла его? Да. Что, по-настоящему? Да. Сигаретой, манжет от его рубашки. О, Господи. Это его подожгла? Слегка. Но сейчас мне кажется, что он хорошо разгорелся. Ты не хочешь ему сказать?
Сказать нет, я не могу, я слишком стесняюсь. Что ему сказать? Мне очень жаль, но, похоже, я тебя подожгла. Я себя ужасно чувствую. Понятно, ужасно, просто кошмар. Дарья, может быть, ты ему скажешь? Нет, если я ему скажу, он решит, что это я его подожгла. А ведь это не так, правда? Лариса? Да нет, я тоже не хочу, чтобы он решил, что это я. Черт. Черт. Девчонки, прикройте меня, хорошо? Хорошо. Человек горит. Мне кажется, в комнате кто-то горит. Я вернулась. Все в порядке? Дай мне до тебя дотронуться. Все отлично. Здравствуй. Как дела? Как занятия? Да все отлично, хотя, знаешь, на семинарах всегда скучновато. Давай, расскажи. А как ты? У тебя все хорошо? У меня все прекрасно. Было что-нибудь интересное? Ходил на какие-нибудь вечеринки? Хотел, но в результате все время провел здесь. Ты просидел здесь все выходные? Да. Смешно? А можно тебя спросить? Конечно. Это не имеет никакого значения, но пока меня не было, ты случайно... Что случайно? Ты... Нет, это совсем не важно, но все-таки... Знаешь, ты не мастурбировал? Поверить не могу. Ты спрашиваешь меня об этом? Да? Конечно, ты не делал... Хотя, понимаешь, это совсем не важно. Конечно, нет. Я только хочу, чтобы ты был со мной откровенным. Разумеется, я всегда откровенен. Что, ни разу? Это вполне естественно. Да, совершенно естественно, но... Нет, я просто хочу, чтобы ты вел себя естественно со мной. Конечно, я хотел поберечь себя для тебя, но пока тебя не было. Я не собирался, понимаешь? Я здесь, и ты здесь, и не то, чтобы я хотел... Ну ладно, конечно, я мастурбировал. Я знаю, в этом нет ничего неестественного. На самом деле, я это делал два раза. Ты мерзкая свинья. Грязный, мерзкий, развратный поросенок. Но ты... Поверить не могу, два раза. Что? Ну, естественно, тебя же... Это новое масло для массажа. Вообще, я им раньше никогда не пользовалась, но я слышала о нем хорошие отзывы. Оно очень хорошо увлажняет кожу. Сейчас постарайтесь расслабиться. Да, все нормально. Все хорошо? Да, замечательно. Я не очень сильно нажимаю. Нет, не очень хорошо. Вы совершенно не зажаты, а это очень... Это хорошо? Да, замечательно. Так хорошо? Да, очень хорошо. А вот так? Отлично.
Такое расслабление. Думаю, самое время включить пение китов. Да, я это очень люблю. А я, пожалуй, пойду, чтобы вы расслабились побольше. Да, хорошо. Спасибо. Шикарно. Посмотрите. Давайте их купим. Да, они такие смешные. Будем их брать. Пойдем в них, Нику и Лес. Да, они веселенькие. На ней написано мое имя. Я гений. Да, похоже. А я, пожалуй, возьму вот эту. Она мне очень нравится. Я шикарно в постели. Здорово. А мне это подойдет? Я набитая дура. Да, потрясающе, да? Да, правда, да. Она шикарно подходит к твоей красной мини-юбке. Правда, она очень смешная, если ее надеть? Да, веселенькая, да. Не сомневайся, бери. Давай купим их. Да, давай возьмем. Давай. Я бы хотела такую же. Тогда бери ее, а я возьму твою. Теперь легкие. Повышенное давление в легочном тракте. Прекрати. Повышенное давление в тканях. Перестань на меня так смотреть, идиот. Многочисленные дефекты предсердия. Я знаю, что ты замышляешь, болван. Не видишь, я занята. Я должна все это проверить, и я не знаю, когда я закончу. Нет, я не смогу пойти в боулинг, у меня дел по горло. Надо это положить. Надо это положить вот сюда. Перестань! Я тебе говорю, я занята. Противный, испорченный шалунишка. Я бы никогда. Ну, ладно. Только очень быстро. Чуточку терпения. Ну, давай, давай. Давай. Сегодня твой счастливый день. Раз, два, три, пять. Буги-вуги, ля-ля-ля, закружи меня сильнее. Да? Доктор Беккер, скелет случайно не у вас? Скелет нет, у меня нет. Я его нигде не вижу. Здравствуйте. Он нужен профессору для лекции. Можно его забрать? А здесь нет никакого скелета. Значит, скелет не у вас. В чем дело? Может быть, еще обыщите меня? Нет, он, кажется, у доктора Стюарта в 24-й комнате. Их там полно. Ну, хорошо. Нас чуть не накрыли костяная погремушка. Да. Как хорошо. Очень хорошо. Так, здорово, ты тоже должен попробовать, я тебя прокачу. Давай. Что, да я тяжелее тебя в два раза. Нет, я маленькая, но сильная, не надо меня опекать. Нет, я тебя не опекаю, просто я говорю тебе, что... Если ты мужчина, это не значит, что ты сильнее. Ну, давай я тебя прокачу. Правда? Да, я справлюсь. Ладно, хорошо. Готова? Да, ты готов? Ты готова? Да. Кажется, вы еще ни разу к нам не обращались, Грэм. Мы приветствуем более целостный подход к здоровью зубов. Вы знаете, что ваши колени связаны с гиперталамусом. Многие люди этого не знают. Так что пошире откройте рот. Синди, дайте мне длинное зеркальце. Спасибо. Так, теперь посмотрим. Боже мой. У вас там столько остатков пищи, что мне придется залезть и вычистить их оттуда. Что? Синди, пожалуйста, щеточку для языка. Большое спасибо. Итак, я сейчас вычищу ее оттуда.
Простите, что вы хотите сделать? Я войду и вычищу остатки пищи своим языком. Что, языком? Совершенно верно. А разве это нормально? Да, абсолютно нормально. Мы постоянно это делаем. Совершенно верно. Ни разу с этим не сталкивался. Похоже, вы чересчур нервничаете, так что придется попробовать ускорить процедуру. Синди, можно войти со стороны воздушного канала? Очень странно, похоже, там ничего не было. На сегодня все. Прополощите рот. И сплюньте. Пожалуйста. А мы вас снова ждем. Вашего прихода через шесть... Нет, через две недели. Две недели. Прекрасно. Большое спасибо. Да. Я приближаюсь к тебе, нас разделяют лишь дюймы. Где ты? Сейчас моя рука скользит вверх по твоей ноге, под твоим халатом. Ты уверен? Yes. Да. И дотрагивается до твоей груди. Ты можешь дотронуться немного сильнее. О, да. Ты лежишь на полу, и я вхожу в тебя. В каком смысле? Я ничего не чувствую. Вообще. Я... Нет. Опять то же самое. Технические проблемы? Да, то есть нет. Когда ты в интернете, тебя то соединяют, то отсоединяют. Не хочешь что-нибудь съесть? Нет. Ты уверена? Да. Ты какая-то бледная. Дженни, мы все просто в шоке от того, что случилось с твоей мамой. Я знаю, словами невозможно возместить утрату, но мы кое-что принесли тебе, чтобы ты знала. Мы все о тебе думаем. Спасибо. И переживаем за тебя. Спасибо. Спасибо. Ты знаешь, мне кажется... Главное, не смотрите, я совершила величайшую ошибку. Что? Что случилось? Я разговаривала с Джемой и с Грэмом, да? А потом... Потом случайно подожгла его. Ты подожгла его? Да. Что, по-настоящему? Да. Сигаретой, манжет от его рубашки. О, Господи. Это его подожгло? Слегка. Но сейчас мне кажется, что он хорошо разгорелся. Ты не хочешь ему сказать? Сказать? Нет, я не могу, я слишком стесняюсь. Что ему сказать? Мне очень жаль, но, похоже, я тебя подожгла. Я себя ужасно чувствую. Понятно, ужасно, просто кошмар. Дарья, может быть, ты ему скажешь? Нет, если я ему скажу, он решит, что это я его подожгла, а ведь это не так, правда? Лариса? Да нет, я тоже не хочу, чтобы он решил, что это я. Черт. Черт. Девчонки, прикройте меня, хорошо? Хорошо. Человек горит. Мне кажется, в комнате кто-то горит. Очки. Очки.
Очки. Мне 22 года, и я только что налетела на стенку. Я не делала никакой пластической операции. Разве женщина не может налететь на стенку и потом не оправдываться, что она якобы сделала пластическую операцию? Элтон Джон, сидеть! Сидеть, Элтон Джон! Я живу в деревне, у меня вся комната в кружевах. Мы приятно проведем время. Сидеть, Элтон Джон! Элтон Джон, прекрати лизать мне лицо! Не лежи, это очень дорого! Прекрати! Я хочу познакомиться с маленьким мужчиной, управляемым, не требующим к себе много внимания и не вонючим, с длинными мягкими ушами. Нет, это... получился какой-то кролик. Хочу познакомиться с маленьким мужчиной, управляемым, не требующим к себе много внимания и не вонючим, у которого есть Рено Клио. Я вернулась. Все в порядке? Дай мне до тебя дотронуться. Все отлично. Здравствуй. Как дела? Как занятия? Да все отлично, хотя, знаешь, на семинарах всегда скучновато. Давай, расскажи. А как ты? У тебя все хорошо? У меня все прекрасно. Было что-нибудь интересное? Ходил на какие-нибудь вечеринки? Хотел, но в результате все время провел здесь. Ты просидел здесь все выходные? Да. Смешно? А, можно тебя спросить? Конечно. Это не имеет никакого значения, но пока меня не было, ты случайно... Что случайно? Ты... Нет, это совсем не важно, но все-таки... Знаешь, ты не мастурбировал? Поверить не могу. Ты спрашиваешь меня об этом? Да? Конечно, ты не делал... Хотя, понимаешь, это совсем не важно. Конечно, нет. Я только хочу, чтобы ты был со мной откровенным. Разумеется, я всегда откровенен. Что, ни разу? Это вполне естественно. Да, совершенно естественно, но... Нет, я просто хочу, чтобы ты вел себя естественно со мной. Конечно, я хотел поберечь себя для тебя, но пока тебя не было. Я не собирался, понимаешь? Я здесь, и ты здесь, и не то, чтобы я хотел... Ну ладно, конечно, я мастурбировал. Я знаю, в этом нет ничего неестественного. На самом деле, я это делал два раза. Ты мерзкая свинья. Грязный, мерзкий, развратный поросенок. Но ты... Поверить не могу, два раза. Что? Ну, естественно, тебя же... Это новое масло для массажа. Вообще-то, я им раньше никогда не пользовалась, но я слышала о нем хорошие отзывы. Оно очень хорошо увлажняет кожу.
Сейчас постарайтесь расслабиться. Да, все нормально. Все хорошо? Да, замечательно. Я не очень сильно нажимаю? Нет, не очень хорошо. Вы совершенно не зажаты, а это... Это очень... Это хорошо? Да, замечательно. Так хорошо? Да, очень хорошо. А вот так? Отлично. Такое расслабление. Думаю, самое время... Включить пение китов. Да, я это очень люблю. А я, пожалуй, пойду, чтобы вы расслабились побольше. Да, хорошо. Спасибо. Шикарно. Посмотрите. Давайте их купим. Да, они такие смешные. Будем их брать. Пойдем в них, Нику и Лес. Да, они веселенькие. На ней написано мое имя. Я гений. Да, похоже. А я, пожалуй, возьму вот эту. Она мне очень нравится. Я шикарно в постели. Здорово. А мне это подойдет? Я набитая дура. Да, потрясающе, да? Да, правда, да. Она шикарно подходит к твоей красной мини-юбке. Правда, она очень смешная, если ее надеть. Да, веселенькая, да. Не сомневайся, бери. Давай купим их. Да, давай возьмем. Давай. Я бы хотела такую же. Тогда бери ее, а я возьму твою. Теперь легкие. Повышенное давление в легочном тракте. Прекрати. Повышенное давление в тканях. Перестань на меня так смотреть, идиот. Многочисленные дефекты предсердия. Я знаю, что ты замышляешь, болван. Не видишь, я занята. Я должна все это проверить, и я не знаю, когда я закончу. Нет, я не смогу пойти в боулинг, у меня дел по горло. Надо это положить. Надо это положить вот сюда. Перестань! Я тебе говорю, я занята. Противный, испорченный шалунишка. Я бы никогда. Ну ладно. Только очень быстро. Чуточку терпения. Ну давай, давай. Давай. Сегодня твой счастливый день. Раз, два, три, пять. Буги-вуги, ля-ля-ля, закружи меня сильнее. Да? Доктор Беккер, скелет случайно не у вас? Скелет? Нет, у меня нет. Я его нигде не вижу. Здравствуйте. Он нужен профессору для лекции. Можно его забрать? А здесь нет никакого скелета. Значит, скелет не у вас. В чем дело? Может быть, еще обыщите меня? Нет, он, кажется, у доктора Стюарта в 24-й комнате. Их там полно. Ну, хорошо. Нас чуть не накрыли костяная погремушка. Да. Как хорошо. Очень хорошо. Так, здорово, ты тоже должен попробовать. Я тебя прокачу. Давай. Что, да я тяжелее тебя в два раза. Нет, я маленькая, но сильная, не надо меня опекать. Нет, я тебя не опекаю, просто я говорю тебе, что... Если ты мужчина, это не значит, что ты сильнее. Ну, давай я тебя прокачу. Правда? Да, я справлюсь. Ладно, хорошо. Готова? Да, ты готов? Ты готова? Да. Нам всем нужно пространство.
Пространство, чтобы двигаться. Пространство, чтобы стать самим собой. Пространство для жизни. Некоторым людям нужно больше пространства, чем другим. Машины. Они гораздо больше, чем обычная ручная кладь. Кажется, вы еще ни разу к нам не обращались, Грэм. Мы приветствуем более целостный подход к здоровью зубов. Вы знаете, что ваши колени связаны с гиперталамусом? Многие люди этого не знают. Так что пошире откройте рот. Синди, дайте мне длинное зеркальце. Спасибо. Так. Теперь посмотрим. Боже мой. У вас там столько остатков пищи, что мне придется залезть и вычистить их оттуда. Что? Синди, пожалуйста, щеточку для языка. Большое спасибо. Итак, я сейчас вычищу ее оттуда. Простите, что вы хотите сделать? Я войду и вычищу остатки пищи своим языком. Что, языком? Совершенно верно. А разве это нормально? Да, абсолютно нормально. Мы постоянно это делаем. Совершенно верно. Ни разу с этим не сталкивался. Похоже, вы чересчур нервничаете, так что придется попробовать ускорить процедуру. Синди, можно войти со стороны воздушного канала? Очень странно, похоже, там ничего не было. На сегодня все. Прополощите рот. И сплюньте. Пожалуйста. А мы вас снова ждем. Вашего прихода через шесть... Нет, через две недели. Две недели. Прекрасно. Большое спасибо. Да. Меня зовут Патрисия, у меня непереносимость на лактозу, поэтому мне противопоказано находиться в Беркшире. Привет. Я хочу познакомиться с мужчиной, который хорошо знаком с современной общественной мыслью, чье знакомство с литературной критикой конца 90-х не начинается и не заканчивается на вступлении Гертруд Спиберг в грамматологии Жака Деррида. Кто, по крайней мере, слышал об Алане Сиксу и Джулии Кристевой, кто знает, что я подразумеваю под понятием «время женщин». Думаете, это правда? Я не уверена. Возможно, я просто ищу серую личность, которую смогу опекать. I've been to every corner of the planet. I'm like a drug and they really should ban it. I'm just a dangerous cow, there is no doubt. I'm toxic and bad-tempered, so just don't ask me out. So listen, Captain, if you wanna ride, I've got an awful lot of horrid stuff inside. I'm just a dangerous cow and that's for certain. So if you're smart, cabin boy, you'll keep your shirt on. You don't wanna know me, I've got too much baggage. I've got an ex-boyfriend locked up in my garage. I'm a bit dodgy, I lie like a monkey. I'm a bit woo-hot, a nasty one drunky. У меня есть багаж на борту, который тебе не поднять. Я псих и зануда. Я скандалистка. Я как наркотик, который надо запретить. И на всей планете нет никого хуже меня. You'll despair, you'll tear, lose more than your hair. Come on board, I'll guarantee catastrophe. I'll see you through the rocks of
she won't last with me. You're swimming with a shark who's lost his sanity. You better listen up, cause I'm the queen of vanity. Come any closer, boy, and I will skewer you. And if you wriggle in my rocks, I'll make a stew of you. You don't wanna know me, I'm not a nice lady. Green and bad temper, my past still is shady. I've done some bad shit and fall through the post. My mind is a cesspit and I'll be on your toast. You don't wanna know me, I'm not a nice person. I'm pretty bad now, and I'll only worsen. I'm a bit spiteful, tough as asbestos. And if you find me, it'll be your loss. Дорогая, не хочу быть назойливым, но не слишком ли твое платье контрастирует с моей рубашкой? Вот неприятность. Ведь уже не заставишь ее напялить что-то другое. Послушай, не хочу тебя торопить, но... Пожалуйста. Да, небольшая просьба. Пожалуйста, сегодня вечером никаких туфель без каблуков. Ты можешь надеть что-то более эффектное. Иногда так приятно знать, где заканчиваются икры и начинаются лодыжки. Там будут Натали и Дуглас. Помнишь Дугласа? Его недавно повысили. Да, он очень влиятельный. Если бы я мог с ним расквитаться, я бы чувствовал себя гораздо счастливее. Я готов. Да. Пошли.